Биосферный заповедник ЮНЕСКО Энтлебух – отличный пример для всего мира. Это Михаил. Вместе со своей семьей он отдыхает в прекрасном Энтлебухе. Швейцарский регион вблизи Люцерна получил от ЮНЕСКО особую награду как образцовый биосферный резерват. Дочка Михаила Лиза настроена скептически. Что же это такое, биосферный резерват? Может, это такой стеклянный колпак, внутрь которого нельзя попасть? Тогда она точно не сможет поиграть в лесу и на лугу, как хотела. А все местные жители станут бедными. Господин Фельдер, в чьем летнем домике поселилась семья, успокаивает Лизу. Он объясняет ей, что биосферный резерват вместе с интересными идеями только подчеркивает особенности региона. Без всякого колпака. Жители не бедные. Напротив, они сами проголосовали на референдуме за сохранение биосферы. Ведь биосферный резерват имеет массу преимуществ. Карстовые горы и фантастические болотные ландшафты в Энтлебухе находятся под защитой. Также здесь царит гостеприимство, и можно приобрести отличные местные продукты с собственным знаком качества. Лиза может исследовать леса и луга без всяких ограничений, ведь Энтлебух – один из регионов Швейцарии, занимающих лидирующие позиции в сфере природного туризма. Этому рада вся семья, а гостям рады, разумеется, отели, рестораны и ремесленники. Даже господин Фельдер признал собственные преимущества. К примеру, его дела по хозяйству пошли гораздо лучше. И в самом деле природа и регион только выигрывают от этого. Чтобы в будущем ничего не изменилось, Энтлебух соблюдает принцип устойчивого развития. Это значит быть открытым ко всему новому и содействовать развитию региона путем постоянного обучения и оптимизации. В конце концов, пользу получают все – и жители, и гости, и природа. Посетите и вы биосферный заповедник ЮНЕСКО Энтлебух – регион будущего, где каждый сможет найти что-то для себя.